Когда началась Великая Отечественная война, Розе Холоповой было всего 2 года. Вместе с мамой фашисты угнали ее в концентрационный лагерь. Вспоминать о том, что пришлось пережить, не просто до сих пор. Конечно, тяжело. Воспоминания, как маму угоняли каждый, как она молодая была, на работу. Пригоняли, угоняли, пригоняли. А в одно прекрасное время, как ее угнали и не пригнали в лагерь, она не вернулась. Мы считали ее погибшей. Но мама чудом выжила и эмигрировала в Америку. С дочкой встретились много лет спустя. Только вера в победу помогла выжить, вспоминают малолетние узники. Подрастающему поколению советуют знать историю своей страны и никогда не забывать, как страшен фашизм. Конечно, с верой жили. И вера эта осталась в душе и сейчас. И хочется молодым пожелать, чтобы верили, любили нашу Родину, знали, что мы сильны, могущественны, что мы непобедимые. 11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, весь мир вспоминает о восстании пленников самого жуткого лагеря Бухенвальда, о страшных событиях войны и о тех, кто тогда не выжил, навсегда оставшись детьми. Вспоминают именно тех детей, которые провели свое детство не в семейном кругу, не с игрушками, не в любимых бабушек и дедушек, а в концлагерях. Вы только представьте, когда смотришь документальные фильмы про концлагерей, концлагеря фашистские. Вот кровь стынет в жилах. В завершении памятного митинга общественники, депутаты, ветераны и учащиеся, люди разных поколений возложили цветы к вечному огню. Еще раз поблагодарили старшее поколение за мужество, силу духа и веру. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».